Добро пожаловать в GTA Online. С вами снова Роман, и я продолжаю проходить подготовительные задания для ограбления казино Diamond. Прошел уже немаркированное оружие, транспорт для отхода, все это доставил. Теперь нужно хакерское устройство. Итак, хакерское устройство. Нужно добыть пропуск у ФБРшников. Там, в казино, когда я его осматривал, была панель, ну, вход. Там около двери была электронная панель. Так вот, чтобы открыть эту дверь, нужно иметь пропуск, специальный пропуск, либо же взломать эту панель с помощью хакерского устройства. И мы должны сейчас, наверное, так, тут у нас офис ФБР, или куда это я прилетел? Слушайте, как бы тут воевать не пришлось. Разберитесь по своему усмотрению, агенты, ребятки, тут. А как с ними разобраться по своему усмотрению? Полиция. Так просто ведь не пройдешь, смотрите-ка, вот они. Не нравится им. Говорит, убирайся. Вот, слушайте, тут много их. Что с тобой происходит? Убирайся вон. Вон оно как, ребятки. Ты куда побежал, поросенок? Тут начинается бойня. Не получилось по-тихому. Не получилось по-тихому, поросятки. Ага, в голову попал. Ладно, ребят, раз так, значит, придется идти воевать. Еще один. Сейчас уничтожим всех. Вот он. Не помер. Там еще двое. Вот эти полицейские машины, я не знаю, мне понадобятся, нет? Ух ты, еще стреляет. Обыщите агента и забрать пропуск. К телу агента не пробраться, а машина мешает. Давайте я отгоню ее, мне не сложно. Это еще машина так специально стоит, чтобы к телу агента не добраться. Так, обыскать. Ну-ка, пропуск у тебя должен быть. Есть? Войдите в здание ФБР. Давайте поедем вот на этом. С мигалками. Не знаю, что из этого получится. Пропуск у меня есть, одет я вроде тоже прилично, костюм у меня. Я должен спокойненько пройти, не вызывая подозрений у федералов, и попасть на место. Думаю, проблем не должно возникнуть. Здание ФБР. Оно ведь, наверное, ребята, очень хорошо... Это как так?
На красный свет ты поехал? Ну не свинья ли? Отбираю права у тебя. Хотя я не... У меня таких нету полномочий. Но я его припугну. Вы видели, на красный свет. Скоро поехал. Разворачиваться. Так, правильно мы едем-то? Где у нас здание ФБР? Вот я на зеленый еду. Так. А где здание ФБР? Тут или где-то? Вот, наверное. Слушайте, главное, чтобы тут не было бойни. Ой, не хочу я бойню. Все по-тихому бы сделать. Так, у меня пропуск есть. Пройдите через заграждение. Ага, оружие не доставать и в поле зрения не находиться. Быстренько надо все делать. На лифте. На второй этаж. Или на какой этаж? В поле их зрения нельзя долго стоять. Иначе они заподозрят что-то неладное. Хотя странно, на мне костюм. Почему это я не могу долго стоять? Устройство где-то на этом этаже. Чемоданчики. Используйте приложение турист. Слушайте, ну здесь еще придется мне избегать этих. Угу. Долго, говорит, не задерживайте в их поле зрения. Ладно, мы будем быстренько. Вот они стоят, тут кругом их полно. Так, вот тут не надо пройти, нет? Хакерское устройство, я понятия не имею, где оно. Блин, а как я его найду-то? Вообще сигнал слабый, я не там хожу. Сюда, наверное. Вот, запикало, запикало. Может, здесь? Опа-опа-опа, сюда идет. Сюда идет поросенок. Блин, надо его как-то пропустить быстро. Так, быстро проходим сзади. Мне кажется, вот в этой комнате, нет? А я туда зайти не могу. Нет, вот сюда надо. Вот, запикало, запикало, ребятки. Может, здесь? Вот он, чемоданчик есть, взяли. Вернуться в лифт. Так, вернуться в лифт. Теперь надо этого поросенка пропустить. Вот он. За спину, раз. Так, стоп, а лифт-то у нас вон где. Главное, чтобы ничего не заподозрили. Так, тут я выйду. Вот, хорошим, коротким маршрутом. Все, уходим. Все вроде нормально, без стрельбы. Хотя еще не все, еще надо покинуть здание. Сейчас сразу садимся в тачку и гоним. Ой! 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 Стреляют! Бегом! Блин! Бегом! Бегом! Ох, бы сейчас как мне мотоцикл мой понадобился. Ой, стреляют! Поехали, ребята! Педаль! Газа жмем в пол. Все, надо теперь оторваться от полиции. Ёлы-палы, как они меня засекли, поросята. Так, полиция теперь кругом. Ёлки-палки. А как? Куда мне свернуть-то? Свернуть-то некуда. Кругом копы. Зачем я сюда свернул? Здесь какая-то стройка. Может быть, мы здесь спрячемся, ребятки? Ну-ка. Вот сюда вот, тихо. Мы здесь спрячемся? На какую-то стройку я заехал, не знаю. Слушайте, я чуть штаны не наложил, когда они мне по спине начали палить. Думал, меня прихлопнут. Не, не прихлопнули. Лишь бы сюда сейчас не заехали, на стройку. Все, проехали мимо. Ха-ха-ха! Так, выезжаем. Вернуться в игровой зал. Ну вот так вот, ребята, все прошло. Чё вы тут? Идите, возвращайтесь в машину. Я вам бибикнуть даже могу. Бибип. Чё вы, копы? А это я. Не знали?
что Ромка такой умный. От вас скроется с легкостью. Так, ладно, хакерское устройство у меня, чемоданчик я взял. Как вы тут ездите, поросята? На красный опять поехал этот, на белой машине. Ну, я, конечно, тоже на красный еду, ну. Я же бандиту, хулигану. Так, возвращаемся. Хакерское устройство есть у меня. Не надо кричать женщине, я вас не задавлю. Покатал бы я вас еще тут. С радостью, но у меня дела. Я деловой парень. Так, где там мой игровой зал? Чего ты встал на дороге? Как вы ездите, а, водители в Лос-Сантос? У вас тут у половины права надо поотбирать. Ну, у меня тоже, конечно, надо отобрать. Так, приехали. Задание, ребята, выполнено. Есть, хакерское устройство успешно доставлено. Вот так вот. И на мне супер костюм. И бирка. FBI. Правда, тут написано FIB, но авторские права и все такое. Ладно, ребятки, вот такое вот видео, такая серия. Не пропустите следующей серии.